Колонна раритетной техники госавтоинспекции проехала сегодня утром по улицам города. «Волга», «Москвич», мотоцикл «Ямаха», часть транспорта – реплики. Другая же восстановлена. На ней несли службу сотрудники ГАИ прошлых лет. Парад раритетной техники прошел в честь 85-го дня рождения службы ГИБДД. Поэтому финальная точка маршрута – управление ведомства на Солнечной. Вот эта служебная «Волга» – один из самых редких образцов, представленных здесь. Она несла службу еще в 60-е годы прошлого века. Но одним из самых свежих экземпляров является вот этот мотоцикл «Ямаха». Он нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения уже в конце 90-х годов. Восстановлением техники занимались не только рязанцы. На машинах приехали гости из разных регионов. Мы приехали из Москвы на вот этом замечательном автомобиле ВАЗ-21013 82 года выпуска. Это реплика патрульного автомобиля ГАИ 70-80-х годов. На крыше установлено два ГДРовских красных маяка ФР и две фары. Их ставили как на мотоциклы, так и на авто. Азат Хачатуров добавил, что когда работаешь над репликой, то нужно учитывать историческую точность как снаружи, так и внутри. Поэтому салон тоже заслуживает внимания. Например, тут ветераны ГАИ узнают радиостанцию «Пальма». Здесь установлена сигнально-громкоговорящая установка Тесла чехословацкого производства. Они поставлялись в СССР и устанавливались на машины ГАИ. Этим включаются маяки, этим включается сирена, это микрофон. Парад техники ГАИ приурочен к важной дате – 85-летию образования службы госавтоинспекции. Роль ведомства сейчас велика. Машин на дорогах становится все больше, усиливается интенсивность движения. И в задачи инспекторов входит не только регулирование движения, но и пресечение дорожно-транспортных происшествий. Жизнь и здоровье миллионов людей на дорогах России сегодня во многом зависит от безупречных действий сотрудников полиции, находящихся не только на дороге, но и вот здесь, в этих кабинетах. Все прекрасно понимают от передачи информации снизу вверх и сверху вниз, от ваших быстрых действий, логических, грамотных действий. Сотрудников госавтоинспекции поздравил начальник ОМВД России по Рязанской области Владимир Алай. Инспекторам ГИБДД вручили награды, грамоты и благодарственные письма. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».